Блин, так. Не опасно. Я так понимаю, стрелять нельзя здесь. А там по звукам, если слышно, какой-то здоровяк идет. Ладно, если что, будем его слепить или замораживать. Что тут у нас? Кто палит, блин, не понимаю. Очень сюда не идет. Не, вроде не идет. Так. Тут ничего. Так где он, ёп? Да ёп, где он, я не вижу. Ну, тут газ, так тут еще ни хрена не видно. Ха-ха-ха. Я надеюсь, я туда пошел-то. А, ну, в принципе, он нас не должен достать уже. А, мне так кажется. Так. Спички нам как раз-таки сейчас не нужны. Ясно. Ну что, будем по старинке слепить их? Твою дивизию. Так, ладно, сейчас мы подождем, пока он там вернется. А он там еще один. Давай иди сюда. На, привлечем их внимание, что ли. Так, возвращайся назад. Я тебя кокну. Ёб твою, а. Вы чё, охренели? Офигеть. Хорошо, что мы так можем. Так. Так, поджигать нельзя, да? Блин, а чё использовать? Гарпун надо, наверное. Да, я думаю, он безопасен. Ладно, он что, меня не видит? Да вы шутите. А, увидел, увидел, засранец. Блях, мух. Давайте так будем его долбить. Арбалетиком. Так, там где-то спрятаться можно было. Давай уже сдохни ты, я не знаю, а? Или что там с тобой? Или ты не сдохнешь? Интересно. Упс, не то. Опа, стоп, а, ну все, мы его слили, да. А, значит, берем шприц и топор. Топор нам как раз-таки. Так, что-то
там еще можно было сделать? Прятаться. Да не, я не буду прятаться. Так, ловушек тут нет? А, вроде нет. Манекены эти меня бесят уже. Че их такое огромное количество-то? Че там что-то жрет, что ли, кто-то или че? А! Я даже не то нажимал. Эй, стоп. Ну все, нормально, разобрались с ними. Так, опусти баночку. Баночку-то надо взять. Все, берем пистолет. Я думаю, нам здесь уже никто не помешает. Осталось только перекрыть газ. Но перекрыть-то одно дело, а он должен еще и выветриться. Да. Хотя, может быть, кто-то сейчас и нам помешает. Я-то думал, мы уже сейчас что-то перекроем, но у нас... Да, может, даже мы не будем ничего перекрывать, просто отсюда свалим. А тут вроде бы, смотрите, свежий воздух почему-то не выветривается. Наш напарник. А газа-то, по-моему, нет уже. А, это стоит-ка, наверное, нет? Да, но, блин, меня волнует, я сейчас пальну, газ, ничего не будет тут, это самое. Давайте вниз спустимся. Что-то там мотается, кстати, вообще офигеть, как они на кран умудрились. Там тоже что-то, по-моему, есть, да? Или нет, это что-то другое. Ладно, давай, контрольную точку. Так, детали. Больше, тут сохраниловка есть тоже, больничка. И я думаю, нам сейчас стоит туда сходить. Так. А нужно ли нам его сбивать? Может быть, мы как-нибудь попадем на этот кран? Вот мне это волнует. Ну, давайте попробуем. Патрон видели, не сразу долетел. Хрен знает. Правильно ли я сделал или нет. Ну ладно, будем надеяться, что правильно. Других вариантов я не видел, ну пока что. Может быть, я просто рано заметил эту статуэтку, но... Ладно. Так, а у нас здесь запасы... Запрятали от нас. Так, куда? А, я вспомнил, надо в дверь войти. Да, отлично. Так, только вот. Вроде все чисто. Так, дневник себя снял к столу. Как будто у меня мало проблем в семье и на работе. К нам с Джозефом прикрепили с Что-то такое. Стажерку. Понятно. Супер. Будем няньками. Кидман еще совсем зеленая. Но как у всех новичков, в наше время самомнение у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходится слегка обходить правила, я ловлю на себе ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть работы, что иначе... Так... Холодные. Ну тут, видимо, описывают их. Ну, вот как Кидман пришла к ним на работу. В принципе, это я думаю, не столь важно, но я думаю, вы успели прочитать. Либо остановите и почитайте. Так.
Его имя и что с ним стало неизвестно. Поиски... Так. Полиция опровергает слухи о том, что главный следователь куда-то делся. Ну, здесь ничего у нас, да? Так, ладно, пока не будем сохранять. Давайте-ка... Так, она оттуда вышла, может быть, там что-то полезное будет, но... Не уверен. Так, кстати, что у нас там по... А, подождите, у нас же мало этих. Я думаю, прокачиваться-то особо не будем, да? А, но если только... Ключей у нас точно нет. Давайте посмотрим, что тут на здоровье. Кроме рукопашку, лечение шприцами, оружие. А, значит, ножитель. Время перезарядки, емкость. Так, дробовик, емкость, критическое попадание. Кстати, пистолет, критическое попадание. Это у нас 9000 лет шанс убить противника выстрелом в голову. Ну, это можно прокачать, в принципе, мне это достаточно понравилось. А вот это что такое, уменьшить? Так, это не надо, прямо качнем. А, по запасам у нас болты, 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 электро. Так, начинка может увеличить урон. Болт-вспышка, криоболт. Так, это у нас время ослепления увеличивается. Можно увеличить. По запасам у нас гранаты, шприцы только. В принципе, можно качнуть, знаете, еще винтовку. Скорострельность. Либо время перезарядки. Скорострел качаем и... значит, дальность не интересует нас пока что. А лечение шприцами, я думаю, мы... Не, дорого. Всего 6 единиц, 5000, по-моему, если не ошибаюсь, да? Сохраняемся. Так, ну я надеюсь, я там не пропустил ничего. Супер. Круто. Так, вот эту штуку нельзя поднять, как вы думаете? Надеюсь, нет. Манекены. Слишком много манекенов. Сутку далее. Офигеть! Шикарненько! Да, молодцом, чувак. Тварюга. Ничего. Вообще ничего нет. Так не упасть бы. Патрон мало очень. Но на пистолет вообще нет. Банки суют, блин, мне тут галимые. А, ключик. А, ну вот тот самый этот ключ, да. Да, забавно было, что я его пропустил. Опа. Че это такое, рыба, что ли, или че это? Не только что сохранялся. Ладно, давай сюда. Поездка.
Отлично, отлично, поездочка. Что же это за поездка? Thank God you're all right. How did you get here? It wasn't easy. At least I haven't had any more episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. Ага. То куда ехать-то, ёп? Транспорт, блин, нашел. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! What are you doing? Answer me. Ё-моё, это что такое еще? Охренеть. Только не новый, блин, мутант, а. Ё-моё, вы посмотрите на эту тварь. Поездка, блин. Один патрон у меня на пистолете. А, ну вот он отдают сейчас. А, у меня второй пистолет еще есть. Давайте-ка попробуем его, кстати. Так. Да, по нему, походу, этот. Да ёп! Выбери дробовик, ты ищешь. Эй, я же нажал. О, патрончики, пистолетик. Че, не стрелять надо или что? Подожди, дайте собрать это все. Охренеть, нам патрон дали. Все-таки против нее, думаю, снайперку надо. Надо на обычных зомбиках посмотреть, на что способен новый пистолет. Я думаю, достаточно, ну, мощный. Если он будет убивать зомбарей, ну, буквально там с одного патрона, значит, на боссов он будет действовать достаточно очень хорошо. Контрольная точка. Спасибо. Я уже понял, что делать. Коробки скидывайте, ёкарный карась. Где еще-то, блин? А, вон он. Ха, с динамитом, походу, был. Да. Ну и чё стоим? Давай, едь уже. Езжай. Ой-ой-ой, вот этот опасный чувак. Кто еще желает отведать свинца? Good night. Да, все правильно. Жаркой ночь, жаркого. Get to cover. They're shooting from above. Блин. Ёп. Да ёп. Да что ж ты будешь делать? Давай. Сейчас мы тебя... Эй, какого хрен загорелось? Я надеюсь, это ничего не значит. А, ну все нормально. Где еще-то? А, вон он. Да блин, ты... сдохнет уже. Че ничего с ящика не свалилось? Ёп. По-моему, они без меня хорошо справляются.
Замочить его это уже. Завались ты уже. И коробки скиньте мне. Попробуем вот этот. Ха. Давайте новенького какого-нибудь. Это покоцали этого. Попробуем пистолет. Все, что ли? Поехали, что ты? А. Ёп. Там вообще-то герметичная была бочка, не знаю, каким образом взорвалась. Ну, хотя если трейлер повалился с этим горючим...